Так, я Майрам Зарлыкова. Я являюсь топ-лидером в компании Smart Enrich. Это международная компания, очень перспективная сетевая компания. И я попала на потрясающую академию, академию спикеров, где можно научиться профессиональным навыкам. Эти знания мне очень нужны. И мне очень здесь больше всего понравилось. Это большой профессионализм Асель Садыкова, ее простота и доступность именно как проводить тренинги. И, естественно, я буду это продолжать, потому что мне это очень нужно для развития своего бизнеса. Да, меня зовут Гульсинай Урозбекова. Я впечатлена в том, что Асель Садыкова рассказывает, но, не знаю, я каждый раз, это уже третий раз, как я получаю и прихожу, точнее, сейчас так, вот как она все передает, эмоции, искренность, мне то, что нравится. И каждый раз, когда я слушаю, даже в каждом слове я получаю большего. И очень уже, знаете, когда я первый раз сидела, я даже не знала, кто она была. И потом уже после второго, как она, ну как, уже я уже пришла совсем другая. Я уже даже учу других, например, я сестре говорю, так нельзя думать, так нельзя говорить, потому что то, что в проблемах у тебя в голове. Вот так. Здравствуйте, меня зовут Джумагулова Кундуз. Я являюсь менеджером компании Smart Enrich. И я действительно хотела очень попасть именно на это обучение, потому что в нашем бизнесе это ораторское искусство, то, что все время нужно будет выходить перед публикой, и это очень нужно было мне. И сегодня мне очень посчастливилось, я чисто случайно попала на это обучение, я очень счастлива. Я вообще люблю Асель Садыкову, постоянно в интернете смотрю ее ролики, и самое главное, меня вдохновляет то, что она именно наша соотечественница. Наша землячка – это тоже гордость. Я ее очень люблю. Я сегодня счастлива, что я именно здесь. Здравствуйте. Меня зовут Адина. Я студентка университета МАНАС, пятый курс. И я еще параллельно работаю в компании Smart Enrich, которая основана в Кыргызстане в 2013 году. Кто второй? Так как я студентка, я заканчиваю университет, моя профессия – это будущий учитель, поэтому для моей профессии этот форум очень важен. Но кроме этого, так как я сетевик, для сетевиков именно общение с людьми, умение говорить очень важно, поэтому я сегодня пришла на этот тренинг Асель Садыковой. Я очень рада, что я сюда пришла, что у меня получилось. И то, что сейчас проводит Асель, это не получить просто так, поэтому все, кто сегодня пришел, они успешные и самые лидеры Кыргызстана. Здравствуйте, меня зовут Рыскуля. Я работаю в компании, международной компании Smart Enrich. Я сюда пришла, как бы это, удернули за эти полы. Я сюда пришла на обучение Асель Садыковой, на мастерство, на повышение ораторского искусства для повышения своего. Да. Мне очень нравится Асель Садыкова. Она первая женщина, вышедшая из Кыргызстана на международный уровень. Молодец, я ее очень уважаю, ценю и люблю. Мне очень нравится, как проходит наше сегодняшнее как обучение. Хочу поделиться отзывом о сегодняшнем ивенте, организованной компанией GBF Forum. Мы все с нетерпением ждали выступления Асель Садыковой. Именно эта тема для многих, я думаю, интересна была. Тема Академии спикерства по теме тренерства. Я думаю, это отличный плацдарм для развития ораторского мастерства. Новые техники, новые навыки, которые всем нам помогут отличный плацдарм для развития ораторского мастерства.
не только для начинающих тренеров, кто хотел бы видеть себя в спикерстве в будущем, но и для всех. Я думаю, это отличная возможность продвинуться в карьерном росте. И вообще навык правильно и красиво профессионально говорить помогает каждому человеку добиться своих целей. И я думаю, сегодня каждый получил огромное количество полезной информации. И самое главное, что мне больше всего нравится в методе, который разработала Асель Садыкова, это что здесь очень много практики. То есть мы сегодня закрепили всю теорию на практике. Поэтому огромная благодарность Асель Садыковой от всех участников сегодняшнего ивента. Всем привет, меня зовут Абзал, фамилия Нурсит, мне 32 года, я из города Астаны. Посетил этот тренинг, всем, кстати, очень рекомендую, особенно для тех, кто уже считает, что, в принципе, практикует спикерство, то есть уже есть опыт в выступлениях и думает, что, в принципе, многие моменты знает. Как сегодня было отмечено, любой успех состоит из деталей, и как раз этот тренинг дает все тонкости, которые раскрывают все детали для успешного выступления. Всем настоятельно рекомендую посещать каждый раз, даже если вы были, еще раз приходите, посещайте тренинги, саморазвивайтесь и совершайтесь в плане направления спикерства. Добрый вечер всем, меня зовут Марина Расалиева, я участник сегодняшней Академии спикеров. Мне очень приятно быть здесь. Я очень рада, что я приняла такое правильное решение. Как бы очень много сегодня я узнала нового. Конечно, есть те знания, которые я уже когда-то уже где-то получала, но в то же время очень много новых техник, да, очень много тонких нюансов, которых я не знала раньше. И это очень в такой форме доступной, в то же время играючи. Мы очень весело все это закрепляем, да, и очень, ну, как бы, очень глубоко, широко и очень содержательный тренинг сегодня. Вот, Асель, мы желаем вам удачи, мы вас очень любим, восхищаемся вами, мы очень вами гордимся, что вы влияете на жизни нас, сотни тысяч людей. И мы становимся лучше благодаря вам, навык ораторского искусства. Искусство говорить в странах СНГ не очень развит, потому что, ну, как бы, не было, наверное, необходимости такой. А сейчас это очень важный навык и в бизнесе, и в карьере, и в личностном росте. Так что мы очень-очень-очень благодарны вам. Спасибо вам большое. Меня зовут Улан Саргалдаев. Я очень рад, что участвую в форуме обучения Асель Садыковой. Я давно хотел участвовать на тренингах, на обучениях Асель Садыковой. Здесь я получил очень много знаний. Я очень рад. Спасибо Асель Садыковой и ее команде. Всем привет, меня зовут Эрлан, я студент АУЦА. И сегодня у нас проходит Академия спикеров. Ее организует Асель Садыкова. Если честно, мне очень сильно понравилось это мероприятие. Столько много всего узнал о презентациях, о речи спикера. И хотел бы поблагодарить организаторов за то, что они организовали такое шикарное мероприятие. Мне кажется, в следующий раз я уже буду использовать все те навыки, которые нам дали на этом мероприятии, в своих выступлениях. И очень рад, что я стал участником этого мероприятия. Меня зовут Адели. В сегодняшнем форуме я узнала очень многое для себя. И поняла, как очень многое для себя. И себя узнала, как выступать. Хочу поблагодарить Асель Садыкову за организацию такого мероприятия, побольше таких мероприятий, форум. Здравствуйте, меня зовут Айнара Нурбекова.
Я участница Академии спикеров Асель Садыкова, и я здесь узнала очень много чего нового, очень полезного. Очень всем рекомендую. Вот. Я Советова Рахат. Я попала на этот тренинг уже в третий раз на таком тренинге. Была на Роберт Киосаки, была на продажах, и сегодняшний курс мне очень понравился. То есть я хочу овладеть курс именно ораторским искусством. Асель Садыкова настолько преподносит классно, красиво, доступно. То есть ты уже считаешь сам себя спикером. Я очень рада, что именно наша соотечественница проработала в Лондоне и стала успешным лидером, спикером в этой области. Здравствуйте всем! Сегодня я в этом шикарном бизнес-форуме. Я огромное впечатлениях именно ведущей этого форума. Я имею в виду Асель Садыкова. Я рада, что у нас есть такие тренера. Я рада, я вообще горда, что у нас в Кыргызстане такие форумы проводятся. Я горда тем, что мы идем с ногу со временем. И я горда, что сегодня оказалась здесь, сейчас, тоже нужное время. Меня зовут Семитей. Сегодня очень хороший день для нас. Я много чего получил в этой семинаре. Новых наук всегда не хватает, оказывается, в успехе. Много научился, перед выступлением уже много навыков наработал, практиковал. Думаю, в дальнейшем все будет хорошо. Спасибо за то, что вы организовали этим людям, которые действительно хотят жить счастливо, успешно, богато. Спасибо. Можно? Здравствуйте, меня зовут Талай. Я работаю в компании Smart Rich. И сегодня находимся на бизнес-тренинге Асель Садыковой. Шикарный бизнес-тренинг, супер. Все, что я сегодня почерпал, именно практику. Практику. Я вообще люблю именно практиковаться. И здесь сегодня я услышал одну практику, как находить контакт именно с людьми, как вообще общаться с людьми и как достучаться до людей, с которыми общаешься. Так что я вообще не жалею о том, что здесь. И мероприятие вообще на высшем уровне. Так что желаю всем успехов и саморазвития. Посещайте больше тренингов, больше семинаров, уделяйте себе времени. Так что спасибо всем. Удачи. Так, меня зовут Кадыкей. Я пришла на этот форум первый раз, попала приглашение. Мне очень понравилось. Я никогда раньше не слышала об Академии спикеров. Я никогда не слышала о Асель Садыковой. Но сегодня в первый раз, и мне очень понравилось. У нее такая энергия какая-то есть. Еще впечатляет ее опыт.